Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. Мои дорогие, я вас всех приветствую. Меня зовут Наталья Ветрова, я про-мастер-интеллект-тренер 6-го ранга Всемирной ассоциации «Суперджамп». И сегодня мы с вами встретились, чтобы я вам рассказала, вы знаете, такая тема, вот, которая меняет на сегодняшний день жизни людей. Это то, что нужно сегодня каждому человеку. Потому что мы с вами живем сейчас такое вот время, да, оно не стрессоустойчивое. И нам вот мы не знаем, где найти этот выход. Как же нам жить устойчиво, стресса, не стрессовым, чтобы не было у нас, чтобы радость, чтобы счастье, чтобы энергия была. Потому что в последнее время нам не хватает энергии, нам не хватает счастья, нам не хватает радости. Радости. И вы знаете, вот сегодня мы с вами поговорим о ассоциации Всемирной организации Суперджамп, о том, что у нас есть замечательная методика, которая меняет жизни людей всего лишь за 10 дней. И я знаю, что здесь очень многие прошли уже эту методику, да, и мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы написали, кто прошел, вот, что для вас вот, методика Суперджамп, чтобы наши гости, кстати, хотела бы узнать, да, есть ли у нас новички, кто первый раз пришел, пожалуйста, помашите ручкой, да, кто первый раз на нашем мероприятии, вот, напишите в чате, что я первый раз, поставьте там плюсики, чтобы вы дали о себе как-то знать, чтобы понимать, да, что мы эту методику сейчас будем рассказывать именно для вас. Потому что многие, кто прошел, уже знают, о чем я буду говорить. И многие благодаря этой методике изменили свою жизнь. А сейчас просто вы узнаете, вот знаете, моя жизнь, она изменилась благодаря этой методике. Я немножко расскажу вам о себе, да. Я вообще мамочка троих детей. Родилась я вот здесь, где я сейчас живу. Потом уехала на Донбасс, и когда началась война в 2014 году, я вернулась в свой город, где я родилась. Это Шахты, Ростовская область. И вы знаете, я потом в 2016 году родила третьего ребенка, когда мне было 42 года. И вот этот ребенок, можно сказать, благодаря ему я пошла в интернет зарабатывать. В интернете я с 2017 года. И я прошла разные компании. Это были и матрицы, и инвестиции, и хайпы, и нормальные компании, интересные компании разные были, да, и где-то продуктовые компании были. И пробовала и духи, и косметику, и БАДы. Вы знаете, я вот попробовала все. И попадала на лохотроны разные, на пирамиды разные. То есть я прошла вот много всего такого. И в том году я потеряла несколько миллионов, почти 4 миллиона. Я потеряла также здоровье. Я потеряла отношения в семье. И вы знаете, все это меня выбило из колеи, ввело меня в депрессию, в разбитое состояние, в подавленность. Не было внутренней энергии. Вот знаете, что я поняла? Что мы с вами, когда что-то у нас происходит, мы выгораем. То есть если я была лидером, да, мне говорят, Наталья, ты лидер, ты все сможешь, ты там, у тебя все получится. А когда я выгорела, у меня было такое состояние, что я уже не лидер, у меня ничего не получается. Понимаете, и я была в такой депрессии. Я до этого слышала слово депрессия, но я никогда до этого в ней не была. Но вот в тот момент я попала с августа месяца именно в депрессию. Но, знаете, у меня внутри всегда был зов такой, внутри. Я пробовала разные компании, вот именно когда я в депрессии, когда у тебя нет энергии, когда нет этой радости, когда нет этих лидерских качеств, они куда-то исчезли. Я не могла уже ни приглашать никуда, у меня ничего не получалось. Какой бы бизнес я ни шла, я только теряла. Потому что вот стрессы, они нас, знаете, делают вот ниже плинтуса, можно сказать. У меня не было никакой уверенности в себе. Я очень изменилась. Я прям вот внутри изменилась и снаружи очень изменилась. Потому что болезнь и стресс, они никого не красят. И вот однажды перед Новым годом, знаете, так как я верующий человек, я молила Бога и говорила, Господи, дай мне такую компанию, где будет ни матрицы не будет, ни инвестиций, ни хайпа, ни тренары, ни бинары, ни продуктовые компании. Я ничего этого не хочу. Но я хочу компанию, где я буду зарабатывать, и там люди будут довольны. Представляете? Вот просто я так сказала, потому что мне очень хотелось, чтобы помимо того, что я зарабатывала, еще мои партнеры зарабатывали. Для меня это всегда очень важно. И вы знаете, потом буквально через несколько дней мне позвонила моя знакомая и сказала,
Наталья, ты знаешь, есть классная методика, которая может тебе помочь. Вы знаете, я и не поверила. Я сказала, в моей ситуации мне никто и ничто не поможет. Поэтому я сказала, нет, мне это не интересно, мне эта методика не нужна, я ни во что не верю. Ну вот моя знакомая, слава Богу, за ее такое упрямство, упорство мне помочь. Она просто говорила мне постоянно, что Наташ, зайди на Zoom, Наташ, зайди послушай. И вы знаете, я зашла однажды на Zoom, и я услышала, я пришла не в начале Зума. Вот может, вас тоже кто-то приглашал, вы не приходили. Вот сегодня вы попали на мой Зум, да? И вот когда я пришла на этот Зум, я услышала нашего вышестоящего Роберта Ра, который кричал такой счастливый, довольный, сидит и говорит, я зарабатываю 5 миллионов рублей в месяц за то, что я делаю людей счастливыми. Вы знаете, в этот момент я удивилась, думаю, стоп, как это? Можно зарабатывать такие деньги и делать людей счастливыми. А мне так нужно было счастье, и мне нужны были деньги. И я получаю ответ на свой вопрос прямо вот с этого зума. И вы знаете, что я поняла? Что мне нужно быть на этой методике. Мне нужно попробовать ее изнутри. Потому что сколько ни рассказываю, какой пирог вкусный. Вот я сейчас испеку пирог и буду есть его, и вам рассказывать, какой он вкусный. Но вы не поймете вкус пирога, если я вас только угощу этим пирогом, или вы сами по моему рецепту не сделаете этот пирог. Так и методика Superjump. Вот сколько бы вы ни слышали, сколько бы вам кто ни рассказывал, вы все равно не поймете, что это такое. Такое, пока вы не испытаете это на себе. И вы знаете, вот я буквально после этого, 4 января, решила пойти на методику. Я пришла в ужасном состоянии. Знаете, у меня не было денег. Вот многие говорят, у меня нет денег. Я говорю, я была в таком же ситуации, в такой же. Почему? Потому что ну, я все потеряла в инвестициях. Поэтому я была на нулях. Вот. И у меня не было денег. И вы знаете, когда я пришла на методику, и начала ее проходить, я ее сначала не понимала до конца, но потом на четвертый день я проснулась, и вы знаете, а мне хорошо, а у меня внутри какая-то радость, а у меня нету депрессии уже на четвертый день. Вы представляете, сижу с мужем, общаюсь, и я его по-другому начала понимать. И говорю, слушай, какой ты мудрый стал. Он говорит, да нет, я такой всегда был. Это ты изменилась. И вы знаете, я поняла, что я изменилась за несколько дней. Я стала веселая, я стала счастливая. Я знаете, что поняла? Мы ведь счастье с вами всегда ищем в чем-то. Вот я думала, как мы девочки всегда думаем, да? Вот мы выйдем замуж, мы станем счастливыми. Выходим замуж. Приходят будни, какие-то притирки с мужем, и куда-то вот эта эйфория счастья девается. Потом мы думаем, вот сейчас я рожу ребенка, и я точно стану счастливой. Рожаем детей, колики, болики, что-то вот тоже эйфория это проходит. Думаем, заработаем свой первый миллион. Знаете, многие заработали свой первый миллион, и я в интернете заработала не один миллион. Но вы знаете, вот не сделали меня эти миллионы счастливой. Вот. И потом мы думаем, дом мечты, квартиру, там, машину, что поездить по странам. И вот это все происходит в нашей жизни. И мы снова нам опять что-то нужно. И вы знаете, вот такое чувство, что счастье, вот оно как птица, оно куда-то летит, а мы пытаемся его поймать. Вроде бы только поймали, оно опять улетело. Не зря песня поется «Птица счастья с завтрашнего дня». Улетела крыльями, звеня, да? И вот такое чувство, что у нас то же самое происходит, что птица счастья, она когда-то завтра будет. А вот именно на методике Superjump, знаете, что я поняла? Что счастье внутри меня. И счастье, я сама и есть, это счастье. И вот здесь открывается вот этот поток внутреннего счастья. Представляете, когда вы проходите методику Superjump, за 10 дней вы понимаете и открываете внутренний поток счастья, и вы каждый день счастливы не из-за каких-то обстоятельств, не из-за того, что у вас есть деньги, не из-за того, что у вас есть муж, жена, дети, не из-за этого, а просто так вы счастливы, что вы утром проснулись, и вам уже хорошо. Вот кто меня поддержит, кто скажет, что я права, напишите в чате, что вы тоже это же переживаете. Потому что, знаете, когда мы приходим на методику, что с нами происходит? Сначала происходит у нас обнуление. То есть мы, знаете, как я всегда говорю, снимите все свои короны. Все, что вы носили до этого, вот эти свои короны, свои знания уберите. Потому что на методику нужно прийти с открытым сердцем, с открытой душой, принять ее сердцем, а не разумом. Понимаете? Чтобы сердце прошло.
До глубины души вашей эта методика прошла. Потом происходит у вас обновление. То есть ваши мысли обновляются, ваши чувства обновляются. То есть потому что здесь такая методика, знаете, все 8 упражнений – это секреты миллионера. Представляете, мы с вами почему здесь становимся миллионерами? Знаете, вот когда я слышала Роберта Ра, что он там заработал там, 5 миллионов рублей в месяц за то, что он делает людей счастливыми, я потом, когда пришла в методику, разобралась здесь в партнерской программе, и я поняла, почему здесь люди так быстро зарабатывают. Я тоже заработала уже не 1 миллион рублей, ну если поточнее сказать, более 6 миллионов я уже заработала. И в моей команде уже более 10 миллионеров за это время. Еще года нет, как я в компании, и в моей команде более 10 миллионеров. У меня никогда ни в одном проекте такого не было. Я становилась миллионером, но другие, ну, 1-2 там за год, за два могли стать. Но здесь просто шквал. И я понимаю, что сейчас с каждым днем их становится все больше и больше. Этих счастливых, этих здоровых, этих радостных людей. Знаете, что делает методика? Она дает нам энергию внутреннюю. Вот возьмем все мобильный телефон. Вот смотрите, столько много функций в нем. И как только садится батарея, мы не можем им уже пользоваться. Какой бы крутой у вас самый дорогой телефон ни был, но если он у вас не заряжен, никакими функциями вы пользоваться не можете, пока вы его не ставите в зарядку. Также, если вы ездите на крутой машине, самая крутая машина, которая у вас есть или у кого-то есть, да, если в ней не будет бензина, она с места не тронется, пока мы не зальем туда бензин. И вот я бы сказала, что методика Суперджамп – это энергия, вот эта зарядка, как для мобильного телефона, бензин, как для машины. Вот так методика Суперджамп для человека. Нам она нужна каждому человеку, знаете, чтобы быть в тонусе, чтобы быть вот в этой энергии, чтобы быть в этом счастье, в этой радости. Потому что знаете, что происходит? Да, счастье и радость сердца. Вот, знаете, что происходит? Что когда я пришла на методику, во-первых, я очень изменилась. Я изменилась внешне. У меня ушли морщины, у меня ушел второй подбородок. У меня ушел животик. То есть я похудела на 3 килограмма за 10 дней. Круто. Без всяких таблеток, без всяких добавок, без всяких уколов красоты, без всего. Кто еще похудел, постройнел, покрасивел, напишите в чате, что я не одна такая. Вот. Я знаю, у нас, кто с нами проходил, одна моя партнер, которую я тоже привела, она на 4 килограмма похудела. Другая, вы представляете, она вообще замуж вышла. Она очень хотела выйти замуж. Она привела партнера себе на методику. Они вместе проходили методику, а через месяц они расписались. Что делает методика Суперджамп? Она восстанавливает семьи. Она дает, знаете, такую энергию, потому что мы становимся красивые внутри, мы счастливые. Знаете, счастливый человек – это довольный, это радостный человек. Когда он просыпается и не ворчит. Как сегодня плохо, правительство плохое, все плохо. И мы всегда кого-то обвиняем. Знаете, вот я заметила, люди не хотят брать ответственность на себя. Они все время говорят, отеки ушли, вот пишут, да? Постранела, помолодела, а человек супер круто. Да, мы здесь все очень помолодели. У меня здесь есть партнер тоже, Аселя из Киргизии. Так она вообще, она так изменилась. Мы прям видели это внешне. И она на свою внешность приглашала людей. То есть люди шли на ее внешность. Они говорили, ты такая стройная, ты такая красивая. Я вот не знаю, Асельчика, может, тут есть. Вот. Но, знаете, вот она всех омолаживает. Мы все становимся красивыми. Мы все становимся энергичными, заряженными. Мы, знаете, мы все становимся солнцем. Знаете, как говорит Сократ, что в каждом человеке есть солнце. И вот методика Суперджамп помогает этому солнцу светить из нас. Потому что сейчас в этой тьме, в которой мы живем, так не хватает солнца, так не хватает любви, так не хватает тепла. И вот мы с вами, эти светлячки в этой тьме, представляете, мы приходим куда-то и зажигается свет. Вот представьте, темная комната, и вы заходите, включаете свет. А представьте, темная жизнь у человека. Человек в депрессии, в подавленности, в разбитом состоянии, со здоровьем, в отношениях, в семье. Что-то еще у человека, какой-то стресс. И тут приходите вы к нему. Что происходит? Зажегся свет.
И жизнь человека поменялась. У него появилась надежда, вера в будущее. Потому что вы ему показываете этот путь всего лишь за 10 дней. Ваша жизнь полностью на 100% изменится. То есть здесь дается гарантия даже, что если вы не получите никакого результата, можете забрать деньги. Вот представьте, вы здесь ничем не рискуете, не получили результат, забери свои деньги. Но условия есть. Ты должен пройти все 10 тренировок и выполнять все домашние задания. Потому что если ты все это будешь делать, то ты будешь изменен на 180 градусов. Твоя жизнь изменится, твоя семья изменится, твои близкие изменятся, твои доходы изменятся, твоя внешность, здоровье, все изменится вокруг. Скажите, я права? Ой, там 74 в чате уже 24 сообщения, я думаю, там пишут, конечно. Вот. Поэтому вы подтверждаете, если я действительно права, потому что я смотрю, здесь новичков у нас много, у нас сегодня 153 человека, очень круто. Вот. И я хочу вам сказать, дорогие мои, знаете, вы не случайно сюда попали. То есть вас пригласили сюда не случайно. Почему? Скорее всего, внутри вас был зов. Господи, мне все достало. Где выход? Как найти выход из этого тупика, в котором я нахожусь? Ну, я права. Вот особенно те новички, напишите, что я права. Что вы действительно в такой ситуации находитесь, что вы не видите выхода. И вы хотели бы найти этот выход. Да? И я бы вам сказала, так как я его нашла в этой методике суперджамп, да? Что такое суперджамп? В переводе это суперпрыжок. Куда мы прыгаем? Внутрь себя, того счастливого, здорового, богатого, красивого, уверенного, успешного, харизматичного. Лидерские качества здесь поднимаются. И знаете, что я еще заметила? Да, так хочется найти выход. Видите, многие хотят найти выход, потому что сейчас в такой ситуации люди не видят выхода. Куда им идти, куда им стремиться? И вы знаете, вот эта методика, это просто вот в это время появилось, когда вот действительно ситуация в мире очень нелегкая, и мы с вами можем сейчас прийти в каждый дом и рассказать об этой методике. Вы знаете, когда мы рассказываем о методике, делимся с человеком, и жизнь человека меняется, вот это дает такое счастье, такую энергию, такой заряд, что я не знаю, что может быть лучше. Когда я звала людей в какие-то инвестиции, где люди приходили и потом теряли, и тебе в голос потом твой задний затылочек говорили нехорошие вещи, то здесь наоборот, знаете, как говорят? Спасибо, что ты мне рассказала. Спасибо, что ты меня пригласила. Я бы сказала, что здесь очень благодарные деньги. Почему здесь такие миллионные доходы? Вы знаете, вот у нас сейчас доход уже в компании подходит за год до миллиона долларов. Представляете, миллион долларов будет у нас уже в декабре доход. Где сейчас люди зарабатывают? И что мы делаем? Мы делаем этот мир лучше, красивее, чище, ярче, богаче. Представляете, человек ведь внутри богатый может быть не только финансово, а вот именно богатое внутреннее состояние, духовное, душевное состояние. Вот что очень важно. Головные боли у многих прошли, да? Вот напишите, у кого прошли головные боли? У кого прошла спина, осанки, позвоночники, суставы, да? Инсульты, инфаркты. Я знаю, здесь много людей, которые поправили свое физическое здоровье. Благодаря этим 8 упражнениям, потому что энергия внутренняя, вот эта радость, которая у нас приходит, она, знаете, восстанавливает каждую клеточку нашего организма, каждую клеточку, каждый орган, он обновляется, и он меняется, и вы становитесь здоровыми без всяких лекарств, понимаете, без всяких лекарств, без всяких таблеток, без всяких добавок. Потому что вы становитесь счастливым. Знаете, как в Библии написано? Унылый дух сушит кости, а веселое сердце врачует. И вы знаете, первое упражнение у нас в методике суперджамп, мы учим людей смеяться. Вы скажете, ой, и как это, зачем, что я смеяться не могу? Знаете, сколько партнеров я видела, которые говорили, я могу смеяться, мне это не надо. А когда приходили на методику, они понимали, оказывается, смеяться мы не можем. И вот здесь... Самое первое упражнение, мы учим людей смеяться. И вы знаете, смех, он дает такую энергию. Он просто так восстанавливает организм человека, иммунитет человека, красоту человека. Потому что когда мы унылые, знаете, как мы выглядим? Вот так.
Унылые, вторые подбородки. У нас так все осаживается кожа. Никаких подтяжек, тут ничего. У нас все так висит. Потому что мы так ходим, у нас холки появляются. Все это не просто так. Из-за того, что проблемы вот этого мира, они навалили на нас. И мы ходим вот так. Когда мы приходим на методику, мы расправляем плечи, расправляем грудь, ставим голову ровно. Мы не сидим вот так. И вот так мы уже не сидим. Нет, мы ровненько сидим. И за счет этого уходят холки, уходит остеохондроз, восстанавливаются позвоночники. У меня очень сильно болела спина, очень большая холка была. Но благодаря вот этим упражнениям оно прошло. Головные боли были, суставы болели очень сильно. Все было, понимаете? Вот просто стресс был во всем теле. Но когда я пришла на методику Суперджамп, очищение организма, скинула 2 килограмма, ноги перестали болеть. Ну, вообще здорово. Ну, читайте сами, если я буду отвлекаться. Чат можете почитать, пока я говорю. Поэтому, дорогие мои, методика Суперджамп нужна каждому человеку. Она доступна для каждого человека. Как для взрослого, так и для маленького. Знаете, у нас самый маленький мальчик проходил методику 8 лет. А самый взрослый мужчина 91 год. Представьте, о чем это говорит, что это доступно как маленьким детям, так и взрослым. Насколько она легкая, насколько она, знаете, вот это просто интеллект тренировки. Вот есть фитнес-тренировки. Что они тренируют? Они тренируют тело, чтобы было красивое тело, фитнес-тренировки. Мы там покупаем абонементский билет и ходим месяц на фитнес. Здесь мы покупаем абонементский билет и ходим на интеллект-тренировки, и мы тренируем свой мозг. Потому что всегда я говорю, человек, чтобы стать миллионером, нужно этому миллиону родиться в голове. И мы учим людей быть счастливыми, быть здоровыми, быть богатыми, правильно говорить, правильно думать, техника исполнения желаний, техника «будь здоров». Представляете, какие у нас техники? Я хозяин своих мыслей. Мы здесь учим людей, как правильно мыслить. Как остановить свои негативные мысли? Защита от информационного яда. Потому что вы знаете, вот этот яд, который внутри нас, вот физический яд, он даже не так опасен, как метафизический яд, который входит в нас извне из того, что мы принимаем нашими глазами, нашими ушами, что мы слышим, что мы говорим. Да? Вот это все, что мы слышим, это нас отравляет. А вот здесь нас учат защищать себя. Представляете? Это очень простые упражнения, доступны каждому, любому человеку. Также здесь, знаете, очень много приходило лидеров, у которых были огромные команды, и у них не шел бизнес. Знаете, что я заметила? У них даже в их компаниях начинал идти бизнес. То есть давал больше товарооборота происходило, лидерские качества больше, люди становились более уверенные, когда проходили методику, потому что в последнее время у людей страх перед приглашением, люди боятся приглашать, они всего боятся, но здесь, благодарю, Тинарочка, но здесь настолько все просто и доступно, что любой человек, вот как я была лидером, допустим, и когда я была в депрессии, я была опущена, мои лидерские качества были опущены. Но благодаря методике Суперджамп я стала снова лидером, суперлидером, да. Я вошла в лидерский совет за 3 месяца. Я открыла 6-й ранг за 3 месяца. Этого не сделал никто в ассоциации. Почему? Знаете почему? Потому что мне понравилась миссия компании. Я живу ради того, чтобы сделать этот мир лучше, спасти человечество от невежества и самоуничтожения. Вы знаете, если мы каждый будем думать не только о себе, а посмотрим, что происходит вокруг, вот тогда мир станет лучше. Я иногда думаю, если бы все люди пришли на методику Суперджамп, был бы рай на земле. Были бы все добрые, были бы все радостные, были бы все открытые. Мы бы научились любить сначала себя, а потом и свое окружение. Потому что если ты говоришь, что ты любишь всех, а себя не любишь, то на самом деле ты никого не любишь. Потому что нужно сначала полюбить себя, принять себя. Знаете, в чем наше вот много депрессии приходит, вот это уныние, всего остального. Женщины, они не королевы в семьях, да, вот они себя не чувствуют королевами, а ими мужья потыкают очень сильно, унижают мужей и все остальное. Почему? Потому что нас не учили быть уверенными, нас не учили действительно быть королевами внутри себя. Королева — это не та, которая высокомерная, высоко смотрит на всех. Королева — это та, которая ходит как королева.
делает как королева, все кушает как королева, говорит как королева, понимаете? И вот она действительно несет себя как королева. И мужья таких жен любят. И вот наша цель, знаете, здесь восстанавливаются семьи. Я всегда говорила, методика суперджамп восстанавливает семьи. И вы знаете, мои родители, которые не жили 20 лет, спустя 20 лет, моя мама прошла эту методику, сейчас она королева смеха, многие ее знают, приходят на смех каждый день к моей маме. И что я хочу сказать, что папа мой вернулся спустя 20 лет. 20 лет он жил с другой женщиной. И тут мама проходит методику. Я не знаю, что там в метафизическом мире произошло. Но он вернулся, и они сейчас вместе. Понимаете? То есть что делает методика? Она восстанавливает семьи, восстанавливает отношения. Моя мама стала королевой. Если раньше она себя не уважала, не ценила как женщину, вот как-то вот и папа так же к ней относился. А сейчас она изменилась сама в 77 лет. Представляете, моей маме через 3 дня 77 лет. Вот. И она изменилась внутри, снаружи. Ей никто не дает ее возраст, кто ее видел. Она классная у меня, она суперская. Знаете, какая она пришла на методику? В разбитом состоянии. 20 лет не жила с мужем. Посвятила свою жизнь детям, внукам. Вся в таблетках, вся разбитое состояние, в здоровье, кучами, горстями пила таблетку. И тут она приходит, когда я проходила методику в зуме, она просто находилась со мной рядом и выполняла все упражнения со мной. И вы знаете, она бросила пить все таблетки. Она сейчас королева смеха. У них с папой восстановились отношения. Она помолодела. Она даже спросила, она весила 100 килограмм, сейчас она весит 94. Вы представляете? Она вчера стала на весы, говорит, Наташа, я еще вот 97 она весила, и вот буквально несколько дней назад мы взвешивались, и вот неделю назад, по-моему, 97, и вот она сейчас очень похудела, потому что сейчас смех каждый день ведет. Вот. И она похудела уже на 97 минус 4. Нет, 3. 94 килограмма сейчас весит. Представьте, как круто. Не то, что только внешне она стала лучше, но она и внутренне стала лучше, и она стала уверенная, знаете? То есть уже папа ее уважает, уже папа с ней по-другому общается. Никак раньше унижал ее. Почему? Да потому что она сама такая была. Знаете, если женщину унижает мужчина, это не просто так, потому что женщина не уверена в себе. Низкая самооценка, а здесь поднимается самооценка. Здесь мы начинаем любить себя. Ты подходишь к зеркалу и говоришь: «Привет, моя королева, как ты здорово выглядишь!» И все, что вы говорите, вы это получаете. И с каждым разом вы становитесь все лучше и лучше, красивее и красивее. Супер, мама красавица. Ну да, кто мою маму видел, знает, что ей не дашь 77 лет, дорогие мои. Также эту методику прошла моя дочка, одна и вторая. У меня одной дочке 20, другой вот 23 скоро будет. А вот та, которая 20 лет, она вообще поняла, она была в депрессии, в ужасном состоянии, и у меня с детьми не было отношений. Но благодаря методике мои дети открылись, и они мне доверяют. Знаете, как это здорово и как это важно, семейные отношения, что именно с мужем хорошие отношения, с детьми хорошие отношения, с родителями хорошие отношения, в окружении хорошие отношения. Почему? Да потому что ты светишься светом, ты уже не бурчишь. Бу-бу-бу-бу-бу. Знаете, мудрая жена, она устрояет свой дом, а глупая разрушает. И вот здесь мы становимся с вами мудрыми женами. Почему? А мы же любить себя начинаем. А если ты любишь себя, ты любишь своих детей. Знаете, я всегда говорю, вот счастливая женщина – это счастливый муж. Счастливая мама – это счастливые дети. Счастливый лидер – это счастливая команда. Так что, дорогие мои, так все взаимосвязано. А представьте, счастливый руководитель на производстве – это счастливый завод или фабрика. Вот кого нам нужно звать. Фабрики, заводы, директоров сюда. Лидеров сетевых компаний спасать нужно. Почему? Потому что они устали, они столько делают работы, они выгорают, а денег не видят. А здесь у нас чеки. Вы знаете, у нас есть 100 чеков, где от 10 тысяч долларов и выше за полгода. Покажите мне хоть одну компанию, где так платят. И знаете, здесь благодарные деньги. Почему? Потому что здесь люди приходят именно изменить свою жизнь, изменить себя. Знаете, я всегда говорю, пробуждение начинается не с соседа, не с кого-то, а пробуждение начинается именно с тебя. Поэтому, дорогие мои, методика супер, нужно ее попробовать. Тот, кто вас пригласил на методику, вот сегодня возьмите ссылку и скажите, когда она начинается. А теперь я еще расскажу, помимо методики, мы здесь
приобретаем профессию. Вот напишите все, кому нужна работа сейчас. Вот в чате, особенно если вы новичок, напишите, мне нужна работа. Я хочу, вот ищу работу. Вот есть здесь такие? Вот я сейчас буду говорить о профессии интеллект-тренера и хотела бы узнать, есть тут такие, кому нужна работа? Кто бы хотел зарабатывать от 100 тысяч в месяц и больше? Есть такие? Рублей. Что, никто не хочет? Никому не нужна работа? Удивительно. 170 человек и никому не нужна работа. Ага. Мне нужна уже, нашла, мне нужна, Наташа, красавица. Спасибо за комплименты, я всех благодарю вас. Нужна, нужна, супер. Значит, мы сейчас будем говорить о нашей работе. Вы знаете, даже работа это не назовешь, потому что работа – это что-то, какой-то тяжелый труд. А здесь, вы знаете, это профессия, классная профессия. Я еще называю нашу профессию, фабрику по производству счастливых людей. Кому нравится такое название? Кто бы хотел работать на такой фабрике? Представляете, у вас знакомый спрашивает, слушай, где ты работаешь? Я работаю на фабрике по производству счастливых людей. Это как? Да так, за 10 дней делаем счастливых людей. О, супер! Я очень рада, что здесь очень много. Кому нужна работа? Значит, вы на правильном месте. Кому хочется работать на фабрике по производству счастливых людей? Знаете, я вот... Очень рада, что я здесь, потому что какая бы работа другая ни была, но она нигде таких счастливых людей не производит. Вы знаете, нету аналогов и нету конкурентов нашей методики. Очень много вообще разных компаний. Матриц вот так, хоть пруд пруди, да? Инвестиции вообще молчу. Тренеров-бинаров очень много. Косметик очень много. Духов, БАДов всяких, всего вот очень много компаний. Но интеллект тренеров и методики Суперджам, 8 секретов миллионеров, такого нету. Вы согласны со мной? Кто слышал? Кто слышал о методике Суперджам, еще что-то подобное? Вот есть что-то такое в мире, и вы скажете мне, Наталья, я уже слышала, такое есть. Я тебе сейчас расскажу. Потому что, когда мы говорим о косметике, другие говорят, ой, да я знаю лучше косметику, и начинают рассказывать. Говоришь о духах, тебе предлагают другую фирму духов, да? Говоришь о БАДах, а тебе рассказывают, у меня БАДы лучше. И вот так все время перебивают и рассказывают, где лучше. А вот методика Суперджам никто вам лучше не расскажет. Потому что нигде нету такой методики. Мы номер один компания. Нигде во всем мире не существует ничего подобного. Представляете? Мы одни единственные с вами. И вы такие счастливчики, что вы в самом начале пришли на методику Суперджамп и получить эту профессию. Почему? Потому что нет у нас конкурентов. Ни одного в мире, ничего подобного компании. А та, которая у нас есть партнерская программа, она вообще несравнима ни с одной партнерской программой, которая существует во всех компаниях. Потому что... Нет, не буду маркетинг рассказывать, это другая тема. Хотела вам по процентам рассказать. Нет, а давайте вообще проценты расскажу. А может, вам интересно будет? Давайте приведу пример. Вот смотрите, особенно кто в продуктовых компаниях. Вы все прекрасно понимаете, что самая первая линия, когда мы подписываем, это может быть 10-20%. Вторая линия, если это 20, пусть 10%. Третья – это сколько там? 7, 5, 4. Ну и вот так на убывание идет. А у нас здесь все наоборот. Самый первый процент – это 15%. Первый ранг. Второй – это 25. Третий – это 35. Четвертый – это 45. Пятый – это 53. Шестой – это 60. Седьмой – это 65. Восьмой – это 69. И так до 77,7%. Представьте, покажите мне хоть еще одну компанию, где такие проценты даются. Я не знаю, я не видела. Я не слышала. Представляете, какие у нас проценты? Поэтому здесь очень быстро становятся миллионерами. Поэтому реально за месяц, я вот за первый месяц заработала 5000 долларов. Круто, круто. За что? За то, что я делаю людей счастливыми, здоровыми, богатыми. Но самое интересное, знаете что? Меня здесь удивило. Я думаю, это удивит каждого. Что когда я пришла на интеллект-тренировки, и когда я заработала 5000 долларов, я не провела ни одной тренировки. Я не сделала ничего, я просто делилась методикой.
И у меня люди приходили, их обучали, а я зарабатывала. Вы где-то такое видели, что вы пришли на производство, за вас делают работу, а вам платят деньги? Я такого не видела, а у нас такое есть. Поэтому, если ты заинтересовался методикой Superjump, и ты захотел иметь профессию интеллект-тренера, сейчас я немножко о ней расскажу, кто такой интеллект-тренер. Я вот, смотрите, Superjump, интеллект-тренер. Я имею эту профессию. На сегодняшний день я проинтеллект-тренер. У нас разные пакеты есть, но это уже маркетинг. О маркетинге я вам сегодня говорить точно не буду. Если вам интересно, приходите ко мне на Zoom. В другой раз я расскажу о маркетинге. Вот. Но, смотрите, самое классное, что мы приобретаем эту профессию на всю жизнь. То есть на сегодняшний день эта профессия стоит 13 750. Я когда думаю об этом, вот представьте, возьмем психологов. Они учатся в институтах. Для чего? Чтобы получить профессию психолога. И вот они учатся 4-5 лет, платят кучу денег, сдают экзамены, защищают там ты-ты-ты. И начинают они свою профессию. Но смотрите, если психолог заболел и не вышел на работу, он денег не получит. А у нас такого нет. У нас все по-другому. Во-первых, наша профессия стоит всего лишь 13 750. Я ее в январе покупала. Знаете, за сколько? Я ее покупала за 38 тысяч. Сегодня у нас акция. И вам посчастливилось узнать это первым, потому что сегодня первый день акции. Вчера эта же лицензия стоила 33, и в понедельник она будет стоить 33. Но с сегодняшнего дня по воскресенье, вот смотрите, пятница, суббота, воскресенье, до 12 часов ночи по Москве у вас есть возможность купить профессию интеллект-тренера всего лишь за 13 750. Таких цен не было. Я вам серьезно говорю, я покупала за 38. Вы приобретаете эту профессию и становитесь интеллект-тренером на всю жизнь. Вначале вы даже не проводите тренировки, но вы зарабатываете. Вы сами можете прийти на тренировку, привести уже людей и заработать деньги, но сами еще никого не обучать. Представьте, как это круто. Поэтому профессия Superjump – это вот одна единственная в мире такая крутая профессия, которая дает доходы. Вот сейчас у нас доход будет $1 000 000. Это взрослая педагогика. Мы обучаем взрослых людей. Чему? Быть счастливыми, здоровыми, красивыми, уверенными, успешными, богатыми, чтобы семьи были крепкие. Представьте, как это круто. И тебе за это платят такие хорошие деньги. Скажите, кому это не нужно? Знаете, как наша... Вот профессия наша, она нужна каждому человеку. Кто со мной согласен, что наша профессия нужна каждому человеку? Вот смотрите, если это директор завода, или у него своя фабрика, или свое производство, или какой-то свой бизнес, какой-то бизнесмен. И сейчас у бизнесменов идет стресс из-за того, что ну, мы сами знаем, что сейчас происходит. И вы знаете, когда вы к нему придете и расскажете, что есть такая возможность прокачать всех твоих работников на вот этой интеллект-тренировке, ты сам будешь стрессоустойчивым, ты сам получишь эту радость, уверенность, счастье, здоровье, красоту, да, мы будем смеяться и радоваться, и учить других, но и других ты сделаешь таким, и твое производство повысится, твой товарооборот повысится, твои финансы вырастут, представляете, твои люди станут счастливыми, а счастливые люди, они самые лучшие работники, вы согласны со мной? Когда у человека проблема, он и на работе плохо работает, а когда человек счастливый, радостный, он приходит и с радостью на работе все делает. Поэтому, дорогие мои, мы также можем пойти к учителям. Учителя, они обучают наших детей. И представляете, когда учителя поймут вот эту методику, я знаю, у нас сейчас много приходит директоров школ, приходит много учителей, врачей у нас приходит, приходят разные бизнесмены у нас, сетевики сейчас многие приходят. Вы знаете, нужно всем. Поэтому эта профессия нужна каждому человеку. И покупаете вы ее сегодня всего лишь за 13 750 на всю жизнь. Представляете, вы получаете сертификат. И наша компания с сегодняшнего дня, до этого у нас было ИП, а сегодня мы стали ООО, серьезная организация, представляете? У нас все сертифицировано, у нас все договора, у нас настолько все прозрачно, что если кто хочет работать на классном производстве, то тогда вам к нам.
Поэтому, дорогие мои, я вам хочу сказать, что методика Суперджамп, она творит в жизни людей очень классные чудеса. Знаете, я не сказала, кто открыл эту методику, кто разработал эту методику. Это великий человек, человек с огромным сердцем, который сделал очень много других миллионерами. То есть он вселяет в людей уверенность, он дает энергию, он дает радость, счастье, он дает мотивацию, он просто крутой. Это Владимир Викторович Довган. Я когда о нем услышала, я его не знала. Я знала только, что когда-то водка Довган была, больше ничего не знала. И у меня ассоциация такая была. Но когда я узнала его историю, как появился Суперджамп, как он ее, вот эту методику искал 35 лет, вот эти, знаете, это жемчужины, это сокровища. Эти 8 упражнений, я всегда говорю, это 8 жемчужин, которые нужно одеть на шею и не снимать. Это просто меняется полностью ваши привычки. Вот у вас были плохие привычки, а становятся хорошие привычки благодаря методике Суперджамп, дорогие мои. Поэтому я вам советую всем пройти эту методику всего лишь за 10 дней. Он ее разрабатывал 35 лет. Из 300 упражнений он выбрал 8 вот этих упражнений, которые у нас сейчас есть. Они запатентованы. Представляете? То есть у нас методика и профессия, все запатентовано, все у нас официально, все у нас по документам чисто, прозрачно. И когда люди проходили вот эту методику, пробовали, 40 или 400 тысяч человек испробовали из 300 упражнений, выбрали вот эти 8 самые результативные. Мои дорогие, и поэтому методика Суперджамп, она за 8 дней творит жизнь людей чудеса. И поэтому мы даем гарантию 1000%, что ваша жизнь изменится. Если ты сегодня не видишь выхода, то ты не случайно сюда пришлось. Тебе посчастливилось сегодня быть здесь и услышать это. Вы знаете, я бы вам сказала, что вы избранные Богом именно в это время быть в этом месте. Вот мы родились именно в это тысячелетие, да, в это столетие. Именно в это время, когда вот идет такой вот просто стресс по всему миру. Вот. И вы знаете, вот эта методика, она многим поможет. Очень многим поможет. Потому что то, что нам здесь рассказывают, то, что нам здесь дают вот эти 8 простых упражнений, я вам хочу сказать, они дают потенциальный просто заряд энергии, такой сильный, такой мощный, что вас тяжело будет разрядить. Но при условии, что вы будете все время это выполнять. Я вам хочу сказать, что эти 8 упражнений, они просто, знаете, приходят в вашу жизнь. И вот вы делали что-то неправильно, я всегда говорю, методика Суперджамп – это не на 10 дней тебе, это на всю жизнь. То есть ты жил обычной жизнью, шел-шел одной дорожкой, и тут ты разворачиваешься. Знаете, как я всегда говорю, мы плывем на корабле. Или победа, или беда. Что такое беда? Были победители, потом ПО упало, и беда. И вот методика Суперджамп – это как спасательный круг. И мы кидаем это человеку и спасаем его от утопии, от безденежья, от долгов, от кредитов, от семейных разборок, от разводов, от непонимания в семье, от болезней разных, от того, что депрессия, апатия, от непонимания в семье с детьми. Понимаете? Вот лидерские качества какие-то упали, команды не растут у нас, да? Что-то вот деньги не приходят, что-то мы делаем, делаем, и ничего, стоим на месте, движения нет. И вот тут мы берем вот этот спасательный круг, бросили человеку и вытаскиваем человека уже на корабль «Победа». И он двигается уже в другом направлении. И он становится победителем, триумфатором, чемпионом. Знаете, что человеку говоришь? Вот говори человеку «свинья, свинья, свинья». Он и захрюкает. А здесь мы говорим «ты лидер, ты мегалидер, ты сверхлидер, ты победитель, ты чемпион». И тогда человек, он смотрит на все по-другому. Понимаете? И он таким становится. Почему здесь так много миллионеров? Это же не случайно, потому что здесь приходит энергетика счастья. Знаете, нету счастья, нету энергии, нету денег. Нету энергии, нету отношений нормальных в семье, нету энергии внутренней, нету здоровья, нету радости. Есть постоянное непонятное состояние. Приходит и старость, и морщины, и все остальное. И мы толстеем тогда. Много кушаем, и обмена веществ нету, и мы толстеем. Я заметила, когда люди в стрессе каком-то, они всегда заедают стресс. Они пытаются есть, есть, есть. И я заметила, когда вот даже женщины разводятся с мужчиной,
она начинает, наоборот, не становится она лучше. Она может начать кушать, 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 растолстеть и вся в такой депрессии быть и все остальное. Но когда мы пришли на методику, вы знаете, очень много семей здесь восстановилось. Мужья с женами, которые собирались разводиться, они наоборот поехали, полетели в свадебное путешествие. Понимаете? Женщина одна, у которой не было детей, она прошла методику, жила с парнем 7 лет. Он ей не делал предложения. Вот. Она прошла методику, он ей сделал предложение, и она сейчас беременная. Очень много людей, которые были просто в стрессовом состоянии, которым были опущены лидерские качества из-за депрессии, из-за потерь, которые были в прошлом году. Из-за чего? Из-за того, что мы многие были в инвестициях. А инвестиции, они так красиво все рассказывают, что сегодня они есть, мы вложили, ничего не делали, сидим там, получаем, получаем, в один прекрасный день уже никто ничего не получает. Это очень большой стресс для людей, очень большой стресс. И вот этот стресс очень многие пережили, как и я его пережила. Из-за этого стресса у меня пошатнулось здоровье, у меня пошатнулись отношения в семье. Когда мы что-то теряем, деньги, близких, родных, отношения, у нас тело отвечает на это. Какие-то болезни начинают появляться в нашем теле. А вот методика Суперджамп, что она дает? Она дает заряд, энергию, счастье, радость и новую профессию. Самое главное, что у вас новая профессия, которая постоянно вас будет кормить. И зарплата у вас будет от 100 тысяч в месяц, я говорю, минимально, и выше, мои дорогие. Я за первый месяц заработала 350 тысяч. Круто, круто. Что я такого делала, не знаю. Просто приглашала людей на методику. Просто мне хотелось помочь людям. И вот знаете, я всегда говорю, на методике останутся только те люди, которые готовы отдавать, которые готовы менять этот мир к лучшему. Потому что у нас есть миссия компании, что я живу ради того, чтобы сделать этот мир лучше и спасти человечество от невежества и от самоуничтожения. А как сам каждый человек уничтожает себя? Именно тем, что своими словами, как мы думаем о себе плохо, я не смогу, у меня не получится, я такой-то, я такой-то, я такой-то, и человек опускается. А здесь мы поднимаем. Здесь мы говорим возвышенные слова. Здесь люди учатся ораторскому мастерству. Те, которые не говорили, те, которые ничего раньше не проводили, они здесь начинают быть самыми лучшими интеллект-тренерами. Набирают группы. Знаете, как у нас проходят тренировки? В Zoom по часу. От 5 до 10 человек в группе. И мы по часу собираемся и проходим вместе тренировки. Почему нас так много в группе? Потому что мы видим перемены не только свои, а других людей. И это нас очень мотивирует. И это мы видим, что методика работает не только в моей жизни, но и в тех людях, которые со мной проходят эту тренировку. Понимаете, я обучила уже более 400 человек за вот это время, с января месяца. Вот. И я видела, какие люди приходили и какие они уходили. И вы знаете, я благодарю Бога за эту профессию, что я выбрала ее, интеллект-тренера. Я горжусь этой профессией. Я рада, что я нахожусь в компании, в которой нет аналогов и конкурентов, что мне никто не может сказать, а ты знаешь, а там вот такая методика, и там за нее вот так платят. Никто мне не может сказать, так как могут сказать про БАДы, про косметику, про духи, про матрицы, про инвестиции, про любую компанию вам так могут сказать. Но про нашу методику вам никто не скажет, потому что вы один-единственный подойдете и предложите своим близким и родным эту методику. И многие не знают о ней. Знаете, она уже в 120 странах, переведена на 25 языков. Представляете? У нас просто как снежный ком она набирает обороты. С 15 года она началась, и с 19 года она только пришла в интернет. И только сейчас мы набираем обороты. Только сейчас открыли ООО. Понимаете? Только сейчас мы в самом начале. Мы в самом начале. Поэтому успевайте забежать, взять эту профессию сейчас за 13750. Что такое 13750? Сама методика, кстати, стоит $100. Вот вам прийти на тренировку, чтобы пройти эти 10 упражнений, это 6 тысяч надо отдать. А чтобы купить профессию, это нужно всего лишь 13750. Но если вы купили профессию, вы пригласили человека за $100, вы зарабатываете $70 с каждого человека. Представляете, как круто? Где вам так дают?
Так помимо того, что вначале вы даже не обучаете, а деньги зарабатываете. Но я не видела такого нигде, мои дорогие. Вот, но уже осталось у нас очень мало времени. Будем заканчивать. Я благодарю всех, кто пришел. Вы все крутые. Я смотрю, здесь очень много людей. Вот, молодцы, что поприглашали, да. И те новички, которые пришли, обратитесь к тем, кто вам дал эту ссылочку, и спросите, когда будет тренировка. И дай мне свою ссылку, чтобы я купила профессию. Потому что я хочу успеть за 13750 приобрести профессию. И сразу вам скажу, вам не нужно платить отдельно $100. Вот эти $100 на методику, они уже в этой лицензии. Представляете, как здорово? Вам не нужно ничего дополнительно платить. Вы купите лицензию, пройдите тренировку, и вы поймете, как это круто. И вы увидите, как вы изменитесь. И вы увидите, как ваше окружение изменится. И вы увидите, как финансы начнут к вам приходить. И ваша жизнь, она просто, знаете, будет вот радостной, счастливой, здоровой, богатой, уверенной. И вы сами будете с каждым днем становиться все лучше и лучше. Так что, дорогие мои, я вас благодарю всех. Сейчас просто через 5 минут уже начинается вот методика. Нужно бежать уже на упражнения. Час так быстро пролетел, я даже не заметила. Поэтому всем спасибо. Берите ссылочку у своих приглашенных и приходите к нам на тренировки.